Более 1500 малышей отпустят своих мам на работу. Ребята начнут посещать новые детские сады. Сегодня делегация во главе с мэром Наилем Магдеевым проверила, как идет возведение образовательных учреждений. Съемочная группа программы «Челны-24» также побывала на стройплощадках. Сабантуй – не только любимый праздник, но и название будущего детского сада. Пока это только стройплощадка в 63-м комплексе, но через полгода здесь вырастет садик на 340 мест. Половина групп, а всего их будет 18, рассчитана на малышей ясельного возраста. Завершается работа по устройству фундаментов. В ближайшее время начнут возведение стен. Вот, к 1 сентября, я думаю, работа полностью будет завершена, детский сад будет открыт. Задача такая поставлена. В 35-м комплексе строители уже возводят второй этаж детского сада «Окчарлак», который примет 220 малышей. В понедельник рабочие планируют приступить к отделке подвала. Чтобы успеть в срок, гул техники на объекте не смолкает даже вечерами. На следующей неделе мы выходим уже на монтаж оконных конструкций. То есть вот в этом блоке, где появились проемы. Всего в Челнах построят 6 детских садов. 2 из них возведут в Замелькесье, по одному в 14 комплексах поселка Зябь и Нового города. Изначально планировалось, что детские сады распахнут свои двери в октябре или ноябре этого года. Однако мэр Наиль Магдеев сдвинул эти сроки. Объекты должны сдать в эксплуатацию до 1 сентября. А запись в образовательное учреждение открыта уже сейчас. Эльмира Гайнудинова, Ильнар Мустафин, Челны-24.